Всем привет! Бега по снегу! В Раменском прошли первые заезды по зимнему призовому покрытию. Даунандер лишен первого места в призе губернатора Ульяновской области из-за наличия в допинг-пробе запрещенного вещества. Выясним все подробности прямо сейчас. Смотрим пробега! Поехали! Программа «Пробега» начинается. Я, Владимир Матвеев, представляю вам сегодняшний состав экспертов. Руководитель регионального управления Раменского ипподрома Иван Серик и мастера-эксперта Константин Кучков и Антон Дурнопьянов. Коллеги, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый. Сегодня мы будем подводить итоги очередного бегового дня, прошедшего на Раменском ипподроме. Ну а начнем с неприятной новости. Down Under, жеребец, лишен первое место в призе губернатора Ульяновской области, который прошел 26 августа на Ульяновском ипподроме. И, коллеги, первый вопрос хочу задать вам. Иван Витальевич, ну непростая ситуация с Down Under. Получается, при том, как брали, тогда, когда у него брали эту допинг-пробу на Ульяновском ипподроме, уже многие знали, что в организме уже присутствует запрещенное вещество. Да, и, наверное, это говорит только о том, что вообще система у нас допинг-проб и вообще допинг, она, ну, несовершенна, скажем так. Но, наверное... Но на высоком уровне при этом. Да, ну, наверное, с какими-то сложностями приходится мириться, но, тем не менее, без этого абсолютно никак. Поэтому, ну, как случилось, как случилось. Константин, Down Under, лошадь, одна из лучших в России. Год он уже находится на территории Российской Федерации. Успешно выступал он и на Московском ипподроме, и в Раменском. Ваше мнение по этой ситуации? Не, ну, понятно, что Down Under в допинге не нуждался. Это точно. Вот, поскольку он по классу превосходит своих соперников. Что касается конкретной ситуации, знаю, что тот фенилбутазон, что это довольно сильно действующее средство, насколько я знаю, и может дать, значит, какой-то эффект положительный в смысле выступлений. Но думаю, что это недоразумение, скорее всего, с моей точки зрения, потому что я говорю, что вот такого специального... Я не верю в специальное применение допинга для Down Under. Антон, ну... Как бы дорогое недоразумение все-таки как-то получается, твое мнение? Ну, оно в плане чего дорогое? Ну, денег? Призовые, как минимум. Ну, там не только денег, мы же знаем, что прекрасно, что теперь тренер отстранен. И я так понимаю, жеребец тоже до конца еще непонятно. Он же тоже, у него не было взята дополнительная допинг-проба после Ульяновска, чтобы доказать, что он чистый, то есть. Ну, а здесь, я думаю... А поэтому как раз сегодня еще обсудим. Ну, вот, видите, уже вперед. А я могу сказать одно. Мне кажется, что все-таки, как Константин Иванович правильно сказал, не было никакого злого умысла. Скорее всего, какие-то были проблемы уже. Я знаю, что там задержки были, старт, награждение и так далее. А Down Under, ну, начнем с того, что он уже испытан еще в Швеции, был достаточно сильно. И лошадь с таким, то есть, как сказать, заводным характером, очень тяжело переносить вот эти вот задержки, еще что-то. И я думаю, что злого никакого умысла было. Это было сделано наоборот, чтобы, ну, каких-то проблем больших не случилось с Down Under. Дорогие друзья, представляю вашему вниманию выписку из протокола заседания антидопинговой комиссии, где под пунктом 1 жеребец Down Under лишается первого места в призе губернатора Ульяновской области. И тем самым победителем у нас становится Самогон Николая Матвеева, на втором месте Старбой, на третьем месте Шерами, на четвертом месте Уникс, Бенита Рок и Мунь Фэнтези РМ. И обратите внимание, под пунктом 5 Виктор Бурулев, как тренер лошади, лишается права участия в испытаниях племенных лошадей сроком на год, так как это уже второй случай в карьере Виктора Бурулева. Тренер, получается, не тренер, а наездник Ралик Драшитов получает предупреждение, и Марина Воробьева тоже в этом списке присутствует, она тоже получает предупреждение. Ну, все-таки, Иван Витальевич. Ну, я как просто любитель могу рассуждать. Конечно, для меня эта ситуация, ну, скажем, несколько больно
было по восприятию, по причине, что мы весь сезон наблюдали за этой лошадью, и где-то... Ну, лошадь класснейшая. Класснейшая, да, она доставляла удовольствие. И когда, как говорится, жена Цезаря, условно говоря, сходила налево, ну, может быть, там вилки нашлись, но осадочек все равно остался. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы это была такая лошадь, чтобы она была вне подозрений. Ну, и тем более владельцы и тренеры и ветеринары, ну, они должны щепетильно к этому относиться, потому что, ну уж если мы будем тыкать пальцем, так сказать, в первых, ну, тогда какой спрос, кто сзади, что называется. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы такая ситуация, ну, особенно ситуация, которая, ну, скажем, не очень очевидная, ну, чтобы их по возможности, конечно, избегать, потому что, ну, для меня, я говорю, просто наслаждение смотреть на такую лошадь, а когда вот такие вещи случаются, ну, как-то думаешь и про других лошадей, а может, и там что-то не так. Но в этой ситуации я вижу, ну, как для ипподрома и вообще для конного рысистого дела, ситуация, она, ну, скажем, на мой взгляд, не очень хороша тем, что часть, там, может быть, 2-3 отделения, они имеют возможность, скажем, на более высоком уровне и на мировом уровне готовить лошадей. Я не говорю, что они применяют допинг, но, скажем, кормление, какие-то добавки и прочее, ну, они, очевидно, что, скажем, добавляют лошадям, и мы видим по результатам, скажем, 2-3 конюшни, кажется, одна лошадь подошла, проехала, потом вторая, а все остальные, скажем, кто не имеет ни владельца, скажем, с финансовыми возможностями, ни знаний абсолютно точно, я сам спрашивал, ребята, чем мы можем помочь, ну вот всего того, что знают передовые, скажем, конюшни, мы не знаем. От этого становится разница, так сказать, в результатах, и, ну, скажем так, неблаготворно влияет и на привлечение новых владельцев. Ну, как же, вот они там бегут на таких вот. Я не говорю, я не обвиняю вот эти конюшни, молодцы, мы все должны за ними тянуться, но просто констатирую, что это, ну, не очень, так сказать, влияет. Потому что все, ну вот они едут, а на чем они едут? И вот такая ситуация, она, ну, подтверждает эти, кажется, домыслы, что, вот видите, у них... Поэтому, конечно, первые лошади не должны давать повода. Вот. И тогда нам приятно будет смотреть, и мы не будем думать, что так или вот эдак оно произошло. Коллеги, а у нас есть мнение представителя коневладельца Down Under Натальи Строй. 26 августа на Ульяновском ипподроме разыгрался приз губернатора Ульяновской области. Я ехала с лошадью, сопровождала ее из Москвы в Ульяновск, прямо рядом с Коневозкой ехала. Лошадь перенесла дорогу нормально. Мы приехали за один день до розыгрыша приза. Все было хорошо. Все проблемы начались в день розыгрыша. Во-первых, задержали старт на 30 минут. Все вы знаете, что мы Даун Андер выпускаем ровно за 5 минут до старта, потому что он несколько горячий конь, и ему каждое нахождение лишнее на дорожке ипподрома вызывает стресс. Ну, потом он уехал в конюшню Даун Андер, и я смотрю, что ему стало плохо. Он встал в углу, стал дрожать, никогда такого с ним не было. Потом отказался от еды, от питья. Час прошел, а ему все хуже и хуже. То есть он не успокаивается, ничего, вообще ничего не помогает. Прошло 3,5 часа после старта. Я приняла решение, позвонила Мантровой, своему лечащему врачу, объяснила, что происходит. И она сказала, сделайте укол фенилбутазола 20 мл, чтобы вот это общее состояние снять, потому что нам надо было еще в Москву ехать. Я 23 года уже коневладелец на Центральном московском ипподроме, имела скаковых и рысистых лошадей и выиграла очень много призов. И много-много раз у меня лошадей брали допинг. За все 23 года каждый раз выдавалось уведомление в письменном виде за подписью главного судьи. И мы сразу же шли на допинг и сдавали его, и всегда было все нормально. Здесь уведомление не было получено. Но у меня не было уведомления, поэтому я на 100%, как опытный коневладелец, был уверен, что у меня нет никакого допинга и не будет в этот день. Поэтому я сделал этот укол. Коллеги, дорогие друзья, у нас есть еще одно мнение от участника этого процесса, мастера-наездника Марины Воробьевой. Давайте его тоже послушаем. Ну,
приехал к нам на бега и встал на мое отделение. Подготовили дневник. Таким образом, после бегов, уже по окончанию бегов, прошло награждение, прошли все бега, прошел час, мы сидели там все вместе, общались, и пошли проверять лошадей. Наверное, это было уже часов 6, то есть прошло уже 2,5 часа после окончания бегов. Увидели, что Down Under не проел, у него был легкий тремор, ну, то есть он себя чувствовал не очень хорошо, то есть сложился это стресс на нем, ну, или дорожка ему не понравилась, этого уже не знаем. Наталья Владимировна позвонила своему врачу, врач порекомендовал снять вот это напряжение и облегчить ему это самое, уколоть его фенилбутазоном. Так как я умею колоть, и она знает об этом, так скажем. Вот, она меня попросила уколоть фенилбутазон. У меня он в аптечке был, я его уколола. И через 30 минут, наверное, это уже было 6:30, нам сообщили о том, что будут брать допинг. Ну, непростая, интересная ситуация, Иван Витальевич. Меня попросили уколоть, Марина Воробьева говорит, я уколола. То есть, ну, как бы принято было решение, ну, мы сейчас этот момент обсудим, да. Но ваше мнение все-таки... Ну, во-первых, то, что вот врач, который, ветеринар, который Мантрова рекомендовал уколоть, да, она все-таки, ну, на сегодняшний день считается одной из самых, скажем, лучших специалистов. И то, что она... скажем, не обсудила с владельцем, с наездником, что это все-таки препарат, который, ну, скажем, запрещен, да, и принять решение, вот вы колите, тем более дистанционно, ну, здесь нужно было тогда каким-то образом, значит, и судейскую коллегию оповестить, но она-то опытный человек, она просто так закулисно предложить, и это вы уколите, и все будет хорошо. Ну, в принципе, она должна была тоже просчитывать последствия и свой совет этот, ну, как-то тоже коррелировать с интересами владельца, ну, и с интересами лошади. Поэтому я вот... Здесь вот есть для меня вопрос, потому что был бы это специалист, там, ну, скажем, среднего уровня, ну, может быть, он бы... Uh-huh. А такой специалист, вот такой совет, и вот, скажем, дистанционно, ну, скажем, для меня... Хотя я не исключаю, что это так и было, но считаю, что это все-таки нужно было каким-то образом согласовывать с организаторами, потому что, ну, тем более лошадь выиграла. Угу. Вот, поэтому думаю, что вот здесь вот, ну, скажем так, косячок, мягко говоря. Ну, Витальевич, коллеги, у нас есть мнение также и наездника Down Under Раиля Габдрашитова. Спот Out Under, очень же без такой, как бы, щепетильный, очень такой нежный, да, как бы он... Во-первых, там задержали старт. Задержали старт, конечно, там, я не знаю, там минут на минут на 40. Он уже как психовал сильно, да, как бы. Награждение, оно было тоже не сразу. Награждение было тоже задержано минут на 30, самое малое, если не больше. Ну все, там гости приехали, там поздравили, все. И буквально через сколько? Вот сейчас прошло час, и через пару часов... После приза прошло 3 часа, самое малое, а то и 3,5. То есть ему стало плохеть, но я думаю, он просто перенервничал. Все по словам, как бы мне это Наталья Строй сказала, да, как бы. Но и они решили с Мариной Воробьевой там уколоть его там лекарством. Но как только укололи, там через полчаса прибежал врач и начали брать допинг. Ну и вот вся заваруха это пошла. Ну, продолжение непростой ситуации. Мы послушаем мнение 3 человек. И теперь я предлагаю подключить к нашей беседе советника генерального директора АО «Росаподромы» Кирилла Манойлова. Кирилл, добрый день. Олег, здравствуйте. Добрый день. Кирилл, ну, наверное, вы слышали часть интервью. Все-таки обрисую вам ситуацию. Наталья Строй, представитель коневладельца, получается, Марина Воробьева и Раиль Габдрашитов говорят, что лошадь очень сильно нервничала. Наталья Строй приняла решение уколоть его со слов своего лечащего врача запрещенным препаратом, чтобы Down Under стало легче. И что нужно было делать команде Down Under в этот момент? Что они сделали правильно, что они сделали неправильно? Я думаю, что в связи с тем, что их уведомили заранее, что будет у нас в кубке губернатора обязательного победителя и у призеров допинг-контроля, надо было все-таки проинформировать судейскую коллегию о том, что лошади нехорошо, и после этого уже делать какие-то выводы и какое-то лечение. Здесь получается, что просто недопонимание, недоработка команды случилась, вот, то есть... Однозначно лошади нужно было помогать, если она чувствовала себя плохо, но все забыли, что будет допинг, поэтому такая вот непростая ситуация у нас в данный момент, что лошадь оказалась уколотая, вот, после этого как бы у нас с вами
происходит вот этот диалог. Кирилл, получается, Наталья Строй, представитель коневладельца, сказал, что не было уведомления о допинг-пробе. То есть, как вот, допустим, на московском подроме, как в Раменском, там, в письменном виде? Ну, у нас на Ульяновском подроме тоже работает судейская коллегия, в состав которой входит специалист, в том числе ветеринарный врач. Вопрос к тому, что пока еще работа на региональных подромах не отлажена на 100% тютелька в тютельку, так же, как на центральном московском подроме. Поэтому у всех наездников, в том числе и Раиль Габдрашитов, и Марина Воробьева, утром перед проведением мероприятия был проведен инструктаж по технике безопасности, в том числе их уведомили под роспись, что у них будет проведен допинг-контроль, в каких призах, у каких победителей. Они об этом были в курсе, видимо, Наталья Владимировна об этом не знала, вот, и стараясь быстрее оказать помощь и помочь лошади в сложной ситуации, она прислушалась своего квалифицированного врача, и вот они сделали такую, мягко говоря, глупость, не поставив в известность судейскую коллегию и не сдав допинг. Кирилл, пару слов про то вещество, которое было найдено у Down Under, и на что оно влияет. Это стандартный, самый распространенный нестероидный противовоспалительный препарат. Используется достаточно часто в нашей практике. Оказывает как противовоспалительный, так и обезболивающий эффект. Оно относится к контролируемым запрещенным препаратам. Соответственно, после его применения существует процедура. Если мы знаем, что лошадь получала данный препарат, необходимо было проинформировать ветеринарного врача уже на Раменском ипподроме, поставить их в известность, и нужно было сдать отрицательную пробу мочи для того, чтобы получить доступ для участия в соревнованиях. Соответственно, эту процедуру мы предлагали сделать после того, как мы понимали, что у нас будет положительная проба. Но коневладелец тоже отказывался, говоря, что лошадь проходит сейчас курс лечения, это нормально. Соответственно, сегодня эта лошадь у нас в пункте допинг-контроля на Раменском ипподроме. И я общался полчаса назад, еще не сдали мочу, но надеюсь, что в течение дня будет получена эта проба, и мы уже готовы к отправке для того, чтобы лошадь смогла официально принимать участие. Соответственно, все эти нарушения и послужили основанием для судейской коллегии, которая заседала по поводу этого случая, как раз относительно наказаний и Марины, и Раиля, и в том числе Виктора Бурулева. Кирилл, я вас еще попрошу прокомментировать пункт 10 антидопинговых правил, которые опубликованы на сайте АО «Росподрома». Так, пункт 10 в новой редакции или в старой? В принципе, получается у нас... У нас с 1 сентября 2023 года вступили в силу новые правила. Они кардинально не отличаются от старыми. Мы только с вами сократили сроки нахождения лошади на допинг-контроле. Добавили пункт, что если вдруг на ипподроме нет совсем нет условий, либо лошадь очень строгая, либо лошадь требует того, чтобы сдавать допинг в том деннике, где она постоянно находится, то это можно официально. А пункт 10, что полномочия на проведение тестирования. Здесь мне нечего комментировать. Для соблюдения правил честной игры весь допинг-тестирование сделано только для того, чтобы лошади у нас не страдали от этого. Соответственно, любое применение веществ вызывает какие-то изменения в организме, и человек маскирует боль и участвует в соревнованиях, в испытаниях на такой лошади. Это может быть чревато последствиям для здоровья, какие-то травмы. Поэтому только для этого, а не для того, чтобы там кого-то наказать или кому-то выплатить призовые, кому-то не выплатить. Поэтому только ради благополучия наших лошадей. Кирилл, правильно я понимаю, что, исходя из этого пункта 10, следует то, что любая лошадь, проходящая испытания на ипподромах АО «Росподром», может подвергнуться тестированию в любой момент на запрещенные препараты? Совершенно верно. Поэтому у нас есть процедура, что на каждом тренотделении должен быть ветеринарный журнал, куда записываются все манипуляции, проводимые с лошадью, в том числе использование веществ, запрещенных, незапрещенных.
А также на Ульяновском ипподроме у нас в штате есть ветеринарный врач, который мог не по телефону оказать какую-то помощь, а мог вживую посмотреть, насколько клиническое состояние лошади угрожаемое и, может быть, как корректировать лечение, не начинать лечение сразу с такого серьезного препарата. Кирилл, остаемся с вами на связи. Иван Витальевич, ну, непростая ситуация, как бы прокомментируйте ваше мнение. Хочется послушать еще вас. То есть было уведомление, как бы в устном виде, это я так понимаю, да? Но, и плюс пункт 10. Ну, в любом случае, при использовании такого препарата, вот как уже сказали, но в любом случае должны были быть оповещены, так скажем, организаторы мероприятия, ну, как минимум, ветеринарный врач, когда такое вещество. Ну и здесь, если лошадь была, ну, как бы тоже такие сомнения возникают, если лошадь была, скажем, в таком, скажем, болезненном состоянии, то вот как там люди были на ипподроме, то есть ее через пару часов буквально погрузили и повезли в дальнюю дорогу. То есть такую лошадь такого класса, ну, как бы не выяснив причины и вколов такой сильнодействующий препарат, просто так повезти, ну, честно говоря, я бы, может быть, и не стал бы, скажем, подождали бы до утра, скажем, какие были бы симптомы, и какое, скажем, способна ли лошадь передвигаться. Потому что в пути, скажем так, дать ей квалифицированную ветеринарную помощь, безусловно, было бы затруднительно. Ну, вот это наводит, так сказать, ну, на мысль, что ну, не так плачевно, наверное, было, скажем. Ну, а дальше можно придумывать всякие версии. Было ли это сделано до того или после того. Угу. Вот, поэтому, интересно. Ну, так сказать, вот ситуация, как бы вот из тех объяснений, которые дали и коневладельцы, и, так сказать, участники процесса, ну, не вот все тебе, для меня, по крайней мере, не вот тебе все гладко и все понятно, скажем, в этой ситуации. Не было ли, ну, по крайней мере, есть сомнения, не было ли это вещество использовано, так сказать, до выступления, чтобы снять какие-то болезненные ощущения, и чтобы лошадь выиграла данный приз. Ну, это как бы как вариант, но, но просто, говорю, ситуация не скажем, непрозрачная. Ну, Итальевич, ваше мнение понятно. Константин, вы как вот со стороны коневладельца, как со стороны наездника, расскажите для наших телезрителей, ну, вот лошади плохо, любимцу как бы своего коневладельца, и в том числе и Натальи Строй, я знаю, что это любимая лошадь для Натальи Строй, ну, плохо это ему. Может быть, на эмоциях было сделаны какие-то телодвижения? Ну, в общем, наше дело живое. Конечно, возможны такие ситуации, когда кое-что там делается не по инструкции. Но думаю, что это не тот случай, потому что вот у меня такой вопрос был, как бы я хотел его задать главному судье, который еще у нас будет в программе. Хотел узнать, а до какого момента можно брать допинг-пробу? Так вот, значит, используя вот это правило, когда допинг-пробу можно брать вообще в любой момент, учитывая этот аспект, этот пункт правил, то я думаю, что тот, кто колет, уже обязан был предупредить, конечно, ветврача о том, что вот мы колем. И тем более, если, как сказал, значит, Мануилов сказал, что и Раик Драшитов, и другие участники под расписку были уведомлены о том, что будет взята все-таки допинг-проба в этот день, то это довольно странное действие, конечно. Ну, то, что я допускаю определенную степень безалаберности, конечно, вот такой там в спешке, там лошади плохо и все прочее. Но учитывая, что это такой сильно действующий препарат, и потом репутация лошади, думаю, что они обязаны были предупредить, конечно, врачи. Константин, а у нас, кстати говоря, как раз на связи главный судья АО «Росподрома» Александр Лосев. Александр Викторович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Александр Викторович, ну, пожалуйста, прокомментируйте слова Константина Пучкова, которые сейчас он озвучил. В какой период возможно брать и допинг-проб? Да, смотрите, да. Лошади, когда стоят на ипподроме, обязательно ведется ветеринарная книга. И все действия с лошадью должны быть согласованы с ветеринарным врачом. Даже вот в этой ситуации в Ульяновске один звонок ветеринарному врачу до того, как кололи этот препарат, и он бы уже разрешил все вопросы. Мы бы не выясняли, что к чему. Был звонок врачу, врач разрешил колоть, все, пожалуйста, укололи, уже после этого какое взятие допинга.
А так получается, ветеринарную книгу не записали, с врачом не посоветовались, и начинаем что-то применять. Угу. Александр Викторович, остаемся с вами на связи. Ну, коллеги, главный пострадавший в этой ситуации, если мы берем по сроку, это тренер Виктор Брулёк. Поэтому предлагаю послушать его комментарий на этот счет. У нас существуют правила, утвержденные, в которых написано, что тренер отвечает за попадание запрещенных веществ в организм лошади. Хоть меня там и не было в Ульяновске, но приходится отвечать. Другое дело, хотелось бы отметить вот по срокам. Ну да, у меня было почти 8 лет назад случай, ну... Как бы уже столько времени прошло, и сейчас дали максимальный срок, как-то, ну, считаю, немного строго все-таки. Максимальный срок дали Виктору Брулёву. Александр Викторович, снова вас подключаем. Год получил Виктор Брулёв. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, как раз и учли то, что был уже инцидент с Виктором Валерьевичем, поэтому 8 лет назад или 15 лет назад на это не обратили внимания, а обратили на то, что уже повторно. Поэтому по правилам от 6 до 12 дали 12 месяцев. Хорошо, по Виктору Брулёву все понятно. Марина Воробьева получила предупреждение. Прокомментируйте этот момент, с чем это связано? Ну, Марина Воробьева в данном случае у нас была как обслуживающий персонал лошади, а обслуживающий персонал тоже несет ответственность за знание того, что является нарушением правил. Поэтому как обслуживающий персонал она получила предупреждение. Также и Раиль Габдарашитов получила предупреждение, потому что в правилах написано, что наездник обязан проконтролировать данную ситуацию. Он ситуацию не проконтролировал, хотя в протоколе взятия допинг-проб он расписался как тренер, а с другой стороны он говорит, я ничего не видел, ничего не знаю. Хотя того же Раиля предупреждали на собрании наездников перед бегами, предупреждали, что у первого-второго призера данного приза будет браться допинг-проба. И, в общем-то, где-то мы слышали, где-то мы не слышали, где-то мы расписались, где-то мы не отвечаем. Тоже так. Не очень правильно, поэтому предупреждение. Александр Викторович, огромное вам спасибо за это включение. С удовольствием послушали ваши комментарии. Антон, смотри, какая ситуация непростая. Если мы говорим, ты как наездник, а Раиль Габдарашитов был как приглашенным наездником, получил предупреждение, ну, на ровном месте получается. Ну, это же предупреждение, не 12 месяцев. Ну, это предупреждение, но далее это предупреждение может быть учтено. Ну, поэтому в этом случае я не могу ничего сказать о предупреждении. Ну, в принципе, как бы, с одной стороны, да, Раиль, приглашенный наездник, и вроде как он мог просто приехать. Но это так и есть. Ну, нет. Вот, ну, как судя по правилам, видите, у нас написано, что наездник тоже должен проконтролировать ситуацию. Но есть такая ситуация, что, может быть, Раиль приехал, там, к примеру, перед самым стартом, а после старта там проехал награждение, ему нужно было срочно уехать. Контроль. Ну, как бы здесь немножко ну, непонятно. То есть Раиль вообще получается не пришей кобыле хвост, извиняюсь за выражение. Ну, вы знаете, я где-то не соглашусь, скажем, когда такая лошадь и такая команда рядом с лошадью, чтобы ситуацию не знали о том, что вот лошадь требуется такое, как говорится, медикаментозное, так сказать, вливание. Я думаю, что знал и наездник, безусловно, потому что не могла владелица, скажем, не посоветоваться с наездником. Ну, он рядом, он ехал на лошади, он понимает. И невозможно, чтобы вот тот, кто колол, тоже не понимал, что он делает, условно говоря. Не, ну тот все знают правила, ну, что нужно оповестить, как говорится. Знал ли Раиль, что будут колоть? Безусловно, знал. Значит, не может быть, что он уже пошел где-то, значит, чай пить, а там без него занимались. В первую очередь, я как владелец пришел бы и сказал, наездник, что там, что было. Что как. Ну, естественно, он должен был знать о том, что случилось с лошадью. Ну и Марина тоже, если она колола, но она, безусловно, значит, она с ней закрытыми глазами, так сказать, витамины вкалывала. Поэтому, я считаю, заслуженные, скажем, ну, они потакали нарушению, значит, заслуженно получили. Вот. То есть получается так, что как бы были и нарушения со стороны команды Донандро, и еще раз мы подключаем к нашей беседе Кирилла Мануэла. Кирилл, вам такой вопрос, какие действия должны были
быть предприняты командой Down Under в данной ситуации, когда жеребцу стало плохо? Но если гипотетически рассматривать эту ситуацию, то как бы они должны были проинформировать судейскую коллегию и сказать, что прежде чем мы произведем лечение, давайте возьмем допинг-пробы крови и все. Ситуации бы не было никакой такой, как сейчас. Вот, соответственно, этого сделано не было. Вот. Просто тут мы доверяем и как бы полагаем всегда на людей, но мы же не знаем на самом деле. Можем только догадываться. Это вещество на самом деле попало в организм лошади, как уже говорил Сергей Витальевич, после того, как пришли допинг брать, либо оно попало до заезда. К сожалению, это остается только тайной теперь. Мы не знаем на самом деле. А вообще, можно такой вопрос задать? Вот обычно я знаю, что допинг-пробы берут сразу. Там после награждения сразу ведут лошадь на допинг. А почему вот в этой ситуации как бы брали допинг-пробу через 2,5, через 3 часа? Это обычная практика или это что-то необычное? Ну, это нестандартная практика, да, вы совершенно правы. Вопрос к тому, что обычно у нас в регионах в судейскую коллегию входят все люди, кто ответственны и за судейскую, и за допинг. Поэтому в этой ситуации произошло все то же самое. Как только они закончили свою работу на дорожке, они пошли брать допинг. Поэтому как бы тут такой временной разрыв. Но еще раз повторюсь, что то, что будет допинг-контроль, в этих призах у победителей и призеров знали все заранее. И здесь не просто так это все случилось. Кирилл, спасибо вам огромное за это включение. Вы на самом деле открыли нам глаза на многие вещи. И будем надеяться, что данная ситуация разрешится. Но, тем не менее, коллеги, эту тему мы закрываем? Или есть у кого-то еще свое мнение, кто-то еще хочет, может быть, высказаться? Ну, мне кажется, несправедливо, конечно, Виктор Бурулев пострадал в том смысле, что человек вообще не ехал там. На этой лошади не выступает. Да, да, его назначили тренером, но... Его назначили не в этот же день, его назначили, сколько там, наверное, за месяц до этого. В августе-то он уже работал на конюшне Натальи Строй. Возникает вопрос, а такие ситуации надо ли согласовывать с тренером? Если он действительно несет ответственность, то он должен был загодя, то есть ему повесить, что тренер, мы вот тебя здесь нет, но мы так делаем, и ответственность на тебе, мы будем колоть. То есть, ну, опять же, получилось, ну, так сказать, на авось, да? То есть, может быть, он и, скажем, сказал бы, ребят, давайте оповестим. То есть был бы какой-то, как говорится... В этом нюанс состоит. Нюанс, да, что те конюшни, где-то тренер как не является полным хозяином положения, возникают такие нюансы. За то, что, как говорится, вот соответствующий вывод можно сделать. Да, нужно ответственнее относиться к званию тренера. Вот, да, тренер обязан действительно контролировать ситуацию на конюшне, что в данном случае не произошло. Но, с другой стороны, все равно считаю, что все-таки многовато для Виктора Бурулева. Есть возможность подать за примерное поведение, так сказать, апелляцию за полгода. Коллеги, ситуация непростая. Наша первая часть программы подходит к завершению, а во второй части мы обсудим ряд интересных заездов, прошедших на Раменском ипподроме. Программа про бега продолжается. Во второй части мы будем говорить про бега, про заезды, которые прошли на Раменском ипподроме. Иван Витальевич, и вам первый вопрос. Все-таки заезды состоялись по настоящему, наверное, такому зимнему призовому покрытию. Как оно готовилось? Какое решение? В принципе, снег, лед. Что нас ожидает? С началом зимы у всех были вопросы, а как вы будете готовить дорожку? Будет ли лед? Будет ли снежная дорожка? Значит, на что я всегда отвечал, что вопрос будет решаться по фактической погоде. Так оно, в принципе, и произошло. В ночь выпал большой снег. Значит, перед этим тоже все, в пятницу был снегопад. Вечером пришлось пустить транспорт, накатывать дорожку. Значит, с утра этот снег с накатанной дорожки мы убрали. И, в принципе, получилась вот дорожка снежная, утоптанная и, в принципе, наверное, легкая. Но вот буквально к этим бегам ситуация в природе поменялась кардинально. Была оттепель,
и она уже, дорожка, которая была снежная, и, скажем так, и лошади, и наездники уже привыкли к одним соревновательным кондициям дорожки, она к следующим бегам будет совершенно в других кондициях, и надо смотреть и с шипами, наверное, и, так сказать, и какие лошади готовы по льду бежать. Но у нас сейчас практически лед. И с этим мы, к сожалению, сделать ничего не можем. То есть мы готовим дорожку по фактической погоде. Вот. Но если не будет оттепели, то этот беговой день пройдет по льду. Что будет дальше, скажем так, тоже, опять же, будет зависеть от погоды. Речь идет о том, как в Москве специально заливали. То есть в Раменском 100% специально заливать дорожку не будут. Идеально мы предполагали со специалистами, со своими, что мы все-таки постараемся сделать мягкую снежную дорожку, но по возможности ее укатать до состояния, скажем, плотного... Ну, это в Москве в последнее время был снег плотного укатанный. Покрытия, да. И вот предыдущий беговой день нам удалось, скажем, выполнить, а дальше вот, скажем, опять же, все будет по факту. Может быть, этот лед останется и скажем так, до... И до конца сезона, а может быть, и растает к Новому году. Коллеги, трудно. Давайте переходить к первому заезду, который мы отобрали для нашей сегодняшней программы, для лошадей 4 лет и старшего возраста. Заезд был под номером 2, и в нем принимали участие такие классные рысаки, как Любезный Лог, всероссийский рекордист под 4 номером, Федерал Лог 3, да, призер у нас приза гильдейца в Москве, в руках Кристина Соколова, Боруссия, Мария Исаева и Сид. Довольно-таки резвый сид. Антон, твое мнение, хочешь узнать про этот заезд. Боруссия, в каком она сейчас состоянии? Довольно-таки она в какой-то степени нестабильно выступала в течение сезона. Да, очень непростая кобыла. Она всегда нестабильная, очень нестабильная. И начнем здесь, ей было тяжело, очень большой перерыв, была прививка. Но нужен был старт, план там есть писать на 9 число. Ну вот, и как бы и дорожка далеко не ее. Вот Иван Витальевич сказал, что она легкая. Дорожка не была легкой на самом деле. По одной простой причине, потому что снег лег на сухую землю. И то есть цепкость была не такая. И вот в данном случае Боруссия, она была вот дорожка, которая будет, скорее всего, в эти выходные, ей подошла бы намного больше. А Любезному без разницы. Мы все прекрасно знаем, что он может бегать по любой дорожке. Хочешь по льду, хочешь зимой. Ну, откровенно говоря, Любезный другого класса. Я же говорю, что поэтому как бы он мало что он другого класса, и он такая лошадь работает с очень большой работоспособностью, и очень большой плюс, он такой очень спокойный. И поэтому без разницы. Снег, лед. Такой спокойный, тягучий, да? Да, да. Тягучий, синий, очень удобный. Я не только, это не только Раиль говорил, но еще Марат Файзулин, когда на нем ездил, то он сам сделает все, что нужно. Поэтому такой федерал, как бы, да, он начал хорошо сезон, вторым остался на приз элиты Центрального федерального округа, потом как-то стало ему тяжеловато, но все равно конь классный, только за одно происхождение. А вот скажи мне про Боруссию. На самом деле последние езды, она всегда принимает здорово, но последние езды встает концом. Это вот в этот раз эта дорожка сказалась, или это все-таки тенденция? Ну, да, давно не выступала. Да, она давно не выступала. Да и дорожка, дорожка в первую очередь, она такая, знаете, ну вообще Боруссия, там, когда она попала на отделение, мы ее должны были домой отправить, если честно, просто машина не поместилась. Ну и вроде владелец говорит, позанимайтесь, посмотрите, а кобыла 2 минуты, 2-3 трех лет, в принципе, такая. Но она, откровенно говоря, слабенькая и выращена очень слабо, еще даже там, за границей, она же все знает, что в Эстонии рождена, то есть, ну так, слабенькая. Хотя достаточно такая, ну, посредственная лошадь. Не то, что посредственная, а есть у нее, бывают такие проблески, когда, ну, ей нужно все идеально, чтобы сошлось. Иван Витальевич, последний полукруга, без секунды, подтверждение в какой-то степени ваших слов, что дорожка довольно-таки, ну, как бы легкая, относительно легкая была в этот день. Относительно, но снег не глубокий, там буквально... То есть шипы меньше, до земли пробивали. Да, меньше сантиметра, и поэтому, наверное... Ну, опять же, лошади классные, даже и сид в этой компании, хотя я думал, что он составит на финише конкуренцию, там, и наездник всегда. Но далековато, может быть, сид был все-таки вторые полкруга? Со старта как-то тянул, может быть, где-то чуток перегорал в этой ситуации, но я рассчитывал, хотя лидирующие лошади финишировали как бы даже без хлыста, без ничего, и... Ну, в порядке. Вот я говорю, что, опять же, возвращаясь к тому, что хорошее кормление, хорошая, так сказать, химия, там, в хорошем смысле слова, да, ну, дает возможность лошадям, скажем так, периодически выходить на пик формы. Хотя я сторонник, вот если позволите 2 минуты,
Вот у меня кобыла, шортица была, скажем так, она колоть не давалась, и поэтому, ну, все, что ела, только на этом, как говорится, бежала. При этом, скажем, с апреля по октябрь месяц она, так сказать, регулярно ехала. Ну, минут 58 ехала, у вас было при элиты. Да, и буквально 2 минуты она вот в любой день это делала, скажем, без ничего, еще и не в лучших руках, так сказать, может быть, кто-то бы и половчее, да, безусловно. Вот. Но поэтому я говорю, что если лошадь не перекармливать и не выводить, как тут много таких лошадей, на пик формы в один раз, а потом она раз уже... Но это не про любезного относительно, весь сезон выглядел хорошо. Не про любезного. То, скажем так, может быть, лошади и бегали бы, как Пекин Лок, до 10 лет. Потому что, говорится, денег 4-5 лет я на химию не давал, а он, говорится, остался живым. Все остальные, ну, где-то остались, так сказать. Павел Витальевич, давайте поясним слово химия. Все-таки говорим про разрешенные подкормки. Разрешенные, абсолютно. Но они же тоже ведь выводят лошадей на пик формы и принудительно выводят. А сейчас выиграть традиционный приз, ну, без этого невозможно. По-другому нельзя, но... Скажем так, ну, это может быть объяснение того, кто ездит сзади, как я. Но, тем не менее, вот я все-таки сторонник, чтобы это было не уходило так далеко. Это нормально для спорта, для нашего момента. Согласен, но все-таки лошадь, ты если сам кушаешь. Так всегда было. Кушай, что хочешь, так говорится. Кормить лошадь, которая не может, так сказать, определить. Давно уже овсом и сеном, только овсом и сеном никто не кормит. На некоторых конюшнях по-прежнему кормят овсом и сеном, на некоторых конюшнях овес забыли, что это такое, скажем так, да? Кормят специальными добавками, специальными подкормками. Я хочу сказать про этот заезд, он для меня как бы является учебным пособием, на самом деле. Вот заметьте, что вот Настя, которая ехала на Сиде, в прошлый раз она водила, и, значит, она после заезда жаловалась, вот спина не получилась, хотела там в спине проехать. В этот раз у нее все идеально получилось, она села в спину. Только заметьте, те полкруга, которые она выиграла в прошлый раз, и эти полкруга, они были один в один. Только там она оторвана выиграла, там от Часкова отъехала, вот. А тут она не достала ни любезного, ни это самое. Другого класса лошади. Да, какую она ошибку сделала, по идее? С моей точки зрения... Первые полкруга очень тихо ехали. Да, да, очень. Ну, она же хотела посидеть в спине. Константин, мы же понимаем, что тут надо смотреть еще по ситуации наезднику. Отличает классного наездника от просто наездника, все-таки, когда он ориентируется именно в моменте в заезде. Учитывает еще класс других лошадей, на самом деле, да. Вот, то есть рассчитывает их обыграть на финише броском из-за спины. Понятно, что когда 29, те же 29 кончает любезный, это наивно, да, получается. То есть вот Сид сейчас в форме, мы видим, его повторили. Он бежал неделю назад, и его повторили. Там дорожка была такая жесткая. Сейчас она такая же, была не такая жесткая, но, видимо, по резвостным качествам немножко похожа. Там не годилось для, скажем, Боруссии, но для любезного там для него любая, да? Так да, вот они те же самые. Одну десятую разницу делают, вторые полкруга делают. Вот, на самом деле. Вот ты водила... Выиграла. Ты сидела в спине, ровно так же кончил, третий приехал. Ну, а какого класса любезный лог, давайте узнаем у его мастера-наездника Ради Габдрашитова. Да, он действительно не выступал полтора месяца. Как бы был записан Марат Файзулин, но как бы решил приехать сам, потому что там через 2 недели у него большой приз. Да, как бы, ну и хотел посмотреть, в каком порядке. Выглядит хорошо, как бы, да. Ему зимняя дорожка подходит, шипы подходят, в принципе, любез сейчас в хорошем порядке. Я думаю, вот сейчас пробежит, там, через 2 недели, и там, наверное, новогодний будет, да. Ну, и там, наверное, дадим передохнуть, может, месяцок, может, полтора, по нему будем смотреть опять, как бы. Я считаю, это не его пик, это, я думаю, на 6-7 лет он будет только лучше, потому что, как бы, мы шибко-то его тоже не трепали, как бы. То есть я понимаю, что в старшем возрасте он будет намного интереснее, как бы, на 6 лет, вот 6 как раз будет этого, мне кажется, пик будет. Не его пик любезного лог, но все-таки мы понимаем, любезный лог, сколько ему уже, 5 лет, да, сейчас, Антон, ему 5 лет, не его пик, у него отец француз, французы, они какой-то степени позднеспелые, как и орловцы, ну, наверное, на 6 лет, как ты считаешь? Ну, еще в том году здесь говорили, сели в студии, что это лошадь и на 5, и на 6, я думаю, что он будет... Вообще, в принципе, на старший возраст. На старший возраст, да, он, во-первых, у него... Практически там несколько стартов было 2 лет, 3 лет по осени у начали там его вот именно что спрашивать. И как мне кажется, даже 3-е место на дерби, может быть, он, конечно, не факт, что он обыграл бы Дорами, но поборолся, потому что Раиль сам говорил, что у него были надежды совсем на другую лошадь. Да. Ну, а с 3-го гита дерби и вот по сегодняшней, сколько получается, уже больше года, мы говорим о любезном, да, он пропускал зимний сезон, но он всегда, ну, там, в первой тройке ниже, даже не в тройке, в первой паре всегда, что на элиту.
Первый гид минут 57, второй гид минут 56. И то есть как бы круглогодично бегает лошадь. Да, может быть, не такое большое количество стартов, но все равно. Коллеги, кстати говоря, сегодня у мастера-наездника Ралли Габдрашитова день рождения, и от всего лица телеканала «Конный мир» мы сейчас, конечно же, с этим и праздник мы его и поздравляем. Еще с возвращением на дорожку. Да-да-да, ну, Ралли Габдрашитов был в отпуске. Коллеги, смотрим итоговую таблицу этого заезда. Заезд получился любопытный, интересный. Хорошие лошади в нем бежали. Любезный лог 2.4.9. Без секунды последние вторые полукруга. Федерал лог у нас остался вторым. 2.5.4 тоже выглядел хорошо. И любезного обыграть даже из спины в этот день. И, в принципе, наверное, этим лошадям как бы очень тяжело. Сит на третьем месте. И Баруся осталась четвертое. Ну, а мы едем дальше. Следующий заезд для двухлетних расистых лошадей, который также прошел на Раменском ипподроме. В нем принимали участие Нерушимая Лока Ивана Ростовщикова, также Аметизет и Гуаш Лок. И, тем не менее, четвертый номер также стартовал Гонконг Лок в руках Александра Саидова. Антон, твое мнение по этим двухлеткам? Двухлетки не лучше, но довольно-таки крепкие. Подзакатанные, я думаю, что так их особо не трепали. Пока их не трогают. Не трогают, конечно. Ну, видно, понимали, что, как сказать, что они не годятся ехать против лучших лошадей, поэтому немножко потемнели. Потому что у нас, хоть и сейчас такая тенденция не сохранилась, что если ты двухлет не едешь, потом к четырем годам можешь, ну, то есть показать сумасшедший результат. Сейчас лошади обычно с двух и до старшего возраста. Но сейчас бегают. Очень долго ждать, да, получается? Дорого. Дорого скорее и долго. Дорого, не долго, а дорого. Просто дорого, потому что с такими затратами. Вот, и как бы, ну, это, я думаю, что немножко погодя будем говорить об этих лошадях, тем более там есть лошади также от французских производителей. Ну, Нерушимая Лок так выглядела хорошо. Я, если честно, до последнего думал, что Вадик Атаманов выиграл, хотя там, ну, на тоненького было. Иван Витальевич, ваше мнение по этому заезду? Кто вам понравился? Ну, я за Ивана Ростовщикова, ну, просто, как говорится, переживаю всегда. Ну, не просто, так сказать, и такому тренеру, скажем, и с подбором качественных лошадей, но из того, что к нему попадает, он всегда выжимает максимум, ну, сколько лошадей и по Раменскому. И, ну, то есть это та же локотская лошадь, да, но да, локотская лошадь, ну, как лошади рознь, да? Да, не самые, ему всегда доставались, скажем, не самый первый товар после таких аукционов, там понятно, что не о каком кого-то первом продадут, товаре. Кого-то так, да, отправят, да? Кого-то так отправят. Ну и тем более здесь ситуация-то у нас ведь дерби, хотя оно же там для этих лошадей там через два года, оно все-таки уже предполагается на 2400, поэтому предположить, как, я вот, так сказать, наездники, может, скажут, каким образом, как готовить все-таки лошадей, будет ли изменен порядок подготовки или там в растяжку как-то, когда лошади будут 2400 ехать на дерби, ну, скажем, тут не очевидно, что резвая лошадь на 1600 сейчас там выложиться. Может быть, это, как говорится, стратегия в подготовке, скажем. Коллеги, а как будет готовить Нерушимый Лок Иван Ростовщиков? Каким призам, мы узнаем прямо сейчас. Нерушимый принадлежит Локотскому конному заводу от Шон Тайм Эфа и Наталина Ови. Так получилось, что у него получилась первая победа в двухлетнем сезоне, наконец-то. Вот. Ну и по такой дорожке была надежда. Ну, если, ну, там понятно, что Гонконг был все-таки фаворитом. Вот, но если все сложится, думаю, ну, можно поворотиться. Ну, так и получилось, дали первый полукруг поехать спокойно, а там дальше Гонконг, выходя на финиш, подсбился. Мы уже с Аметизет у Вадима Атаманова поборолись финишем, но удалось полголовы выцарпать. Ну, а сильная кобыла, поэтому по такой дорожке были надежды. Даже промежуточная маховая у нас еще была без снега, фактически, в среду. А сегодня уже ехали по снегу. Ну, на проминке посмотрели, что где. Поменяли немножечко сборку, где что-то подзакрыли, козырьки надели. Ну и все нормально. То есть на ходу она устойчивая, низкокливая, поэтому как бы в ней не было сомнений. Устойчивая, низкокливая, Нерушимая Лок. И все-таки такое новое призовое покрытие для этих лошадей сыграли свою роль. Ну а далее давайте посмотрим статистику. Это двухлетний кобыл. Все-таки мы понимаем, что для нее это первый беговой сезон в карьере. И стоит отметить, что это первая победа лошади. Все-таки, Константин, когда лошадь, да, впервые выигрывает?
Да, да. Я помню, я же любителем начинал, и моя первая победа, должен через 7 лет случилась, после того, как я начал ездить призы. Через 7 лет? Да, через 7 лет. Но я, правда, ездил примерно раз в год. Это где-то был где-то 7 или 8 старт. Еще, кстати, в этом заезде интересно такое соперничество было. Косково из Лунского завода. Я помню, к Михаилу Фингерову приходил Начко, который пытался его уговорить, чтобы он ездил на одном заводе, и спрашивал. И он ко мне, как любитель, обращался. Ну, кстати, скажи, какой лучше, Локоцкой или Зунский? Я думал, как же правильно ответить. Говорю, Локоцкой. А он говорит, вы видите, Локоцкой лучше. То есть Фингер пытался усидеть на двух заводах. Сейчас здесь бежали три лошади Локоцкого завода, одна Зунская. Гонконг, который неожиданно сбился, прямо скажем, при выходе на финишную прямую, по идее, должен был выигрывать этот заезд, так, по ходу. А ему как раз, может быть, снег и не подошел, может быть, непривычно ему но, было. Ну, знаете, это очень опасное место, вот, при выходе на финишную прямую, там, где лошадь должна выровняться, я не знаю, там обычно можно и поддержать лошадку. Думаю, что не только лошадь виновата в этой ситуации. Вот, а что касается кобылы, ну, раз за ее первую победу. Да, мы как раз сейчас видим этот выход из последнего левого поворота. Тут же скачет Гонконг Лук. Ну, он скачет, причем по бровке. Александр Саидов скакал вперед сначала намеренно, когда лошади начали ехать справа, он уже стал постепенно брать на себя. То есть, в принципе, наверное, Антон, прокомментировать ситуацию, он никому не мешал? Нет, конечно, а ему и деваться некуда было. Первый номер, все, ты сбился, ну, либо... Ну, по бровке едешь. Да, это либо высылай лошадь, ну, обгоняй... Проезжай вперед и уходи вправо, чтобы не мешать, ну, либо просто скачи тем же самым пейсом, ну, то есть так, и все. Он же скакал до последнего с ними рядом, пока уже последняя лошадь не проехала, он понимал, что их 4 головы, значит, сзади никого нет, и начал потихоньку выбирать на себя. Хорошо, подводим итоги этого заезда. Заезд для перспективных двухлетних расистых лошадей. Надеюсь, в скором времени мы о них будем говорить чаще. Нерушимый Лук, 2:16.3. Причем вторые полкруга-то неплохо, минута 5. Там рекорд у той же Нерушимой 2:10, а 2:11. Она вторые полкруга минута 5 делать, Антон. Причем по, как ты говорил, непростому призовому покрытию. Потому что первые полкруга были потише, поэтому она сделала. Первые сделали первые полкруга минут 5, вторые бы сделали, как здесь, первые 34-35. Потому что дорожка, говорю, она не совсем. Тем более, получается, Иван же правильно сказал, у нас еще в четверг не было снега. Снег пошел с четверга на пятницу. Но как раз для Рушимы это был плюс. Да, потому что дорожка была потяжелее. А вот Гонконг, наоборот, он такой же ребенок на низком ходу. Более легкий, да? Да, даже не то, что легкий, на низком ходу. Знаешь, как ему, возможно, нужно прям идеально гладкое покрытие, допустим, как лед или как, ну, вес, то есть... снега и без всего, то есть жестко. Вот если бы неделю назад была, допустим, езда, может быть, все бы было по-другому, когда вот асфальт был. Коллеги, переходим к следующему заезду. Для трехлетних рысистых лошадей дистанция была такая же 1600 метров. И в этом заезде принимали участие Джоконда Че, сестра Дормиче, всероссийские рекордистки и дербистки, Блэдж Лок, резвый Блэдж Лок, Ларис Танишну, но непростой на ходу, Милагрос Лок, Атлант РМ была снята, Вадим Кулыгин, стоит отметить, что Вадим Кулыгин просто физически не смог доехать в этот день до Раменского погрома, трасса была перекрыта, и ему пришлось развернуться на коневозке и ехать домой. Но, тем не менее, заезд получился интересный, и вот Блэдж Лок часто, Антон, у нас бегает по квалификационным заездам, и сейчас, вот, прошлой ездой он скакал на финише. В этом заезде он видно, что подтягивает своего наездника. И твое мнение, в принципе, про эту лошадь? Ну, он нестабильный. Насколько он классный? Класс есть в нем? Ну, класс есть. 2:30 сделать по такой дорожке тоже. Ну, происхождение. Он же от Данвара и Барби, по-моему. Да. Ну, Барби классная кобыла, только такая же была неустойчивая. А Данвар всероссийский действующий рекордист. Нет, я говорю, неустойчивый на ходу. Рейли Габдрашитова бегала в путах. И Данвар Лок тоже не все время, мы помним, как он проиграл в дерби. Да, то есть 56 перед дербями и остался только вторым, по-моему, на дерби. То есть как, облечь, ему откровенно дали проехать спокойно. То есть никто не заставлял. Давани ее сейчас, давани его в повороте. Минуты 3 первый полкруга сделал. На прошлый раз минуты 3 сделали полкруга, и он на финише галопом ушел. Мы в прошлый раз с ним вместе ехали, я его заставил по повороту ехать, и он сбился. А здесь он по себе сложил спокойненько езду и выиграл. То есть Джоконда особо не претендовала, то есть сидела... Джоконда тоже, мы понимаем, что она тоже сейчас на данный момент не лучше 3 лет, но все-таки от Доната Ганойера. Ганойер у нас первая лошадь в истории, выигравшая $2 миллиона за один сезон. Минута 50. И что? Ну и к тому, что тоже как бы происхождение-то у... Джоконда Че шикарно, но тем не менее, ну и как мы начали, дорожка-то непростая. Да, а Блэдж Лок едет минута 3 первого полкруга и заканчивает 39-35. Я же говорю первый полкруга, потому что были тихие.
Вот, ну, то есть никто не заставлял, езда была сложена под себя. Если бы Джоконда бы его даванула где-нибудь по повороту, он бы сбился, скорее всего, как это было неделю назад. Константин, минута три тихо, первый полкруга для этих лошадей. Нет, мне кажется, знаете, очень прилично по этому. Конечно, на меня бы этот лошадь сейчас произвел впечатление, потому что обычно лошадь, которая вот так тянется со старта, прет, да, обычно на финише она язык высовывает. А тут Лариса уже, видимо, он вожички-то выплюнул, да, она уже... При ходе последнего пора хлыстом показал. И она уже хлыстиком, и уже тронула хлыстом. Я думал, наверное, встал. А теперь смотрю отчет. Какой встал? 30, да. Да, он вторые полкруга едет резвее. Это при том, что его, значит, посылают. То есть в нем это удивление, что лошадь, которая прет и не перегорает, значит, в нем сил-то вагон получается, на самом деле. Иван Витальевич, вагон сил ли у Блейджа Лок с учетом того, что следующий сезон, четырехлетний основной, и дистанция будет в главных призах-то удлиненная? Ну, или пока сложно говорить? Ну, наверное, сложно говорить. Да и я думаю, что и наездники еще должны переварить эту ситуацию, что 2400 будет основной дистанцией, ведь ради нее все, скажем так, готовят и лошадей, и покупают. Ну, а, кстати, такой вопрос. По Ренскому подрому уже принято решение, как будет дерби проводиться? Ну, согласно регламенту, но вот то, что было у нас ЦФО, ну, скажем так, еще пока мы не определили. Mm-hmm. Пока не определили формат. Да и формат самого дерби тоже, не, я так полагаю, еще не определен, потому что нужно проводить отборочное на 2400, скажем так, когда это проводить, какой срок. Да есть даже предложение провести это в субботу и воскресенье, чтобы, скажем, сделать большой, да, большой митинг, чтобы отборочное в субботу, в воскресенье. А, митинг отборочное? Да, вот даже такие как бы поступают предложения, но, не знаю, там в недрах еще, скажем так, и судейской коллегии, ну, все это еще пока прорабатывать. Нет еще единого мнения, да? Коллеги, возвращаемся к Блейджу Лок. Константин, ну, да, то есть такое ощущение, что лошадь со старта подтягивает, а при входе в последний поворот уже вожжи он ослабил. Лариса Танишина показала ему хлыст. И тем не менее, на финише он не встал. Как вы говорите, из вашего опыта, получается, такие лошади, которые сильно подтягивают с приема, они финишем привстают. Ну да, да. Это, обычно они перегорают. Все, что они могут выдать, они выдают на старте. Вот, и бывают лошади с одним броском таким образом тоже. То есть они уже на старте его выдали, этот свой я поспорю, ну, да? Он не прет так сильно. 32,1 всего четверть приемная. Если лошадь прет, она была бы 29. Ну, значит, он не прет до такой степени, раз со стороны контролировать можно. И заметьте, 32, 31, 30. Умеренная, да? Вот именно, он в вожичках такой. Может быть, даже здесь не то, что в вожичках, он на ходу не совсем может быть устойчивый со старта, потому что кипятится, и поэтому нужно на вожичках держать. Вот и все. А то, что он прет, это я не стал. Нет, он практически. Ну, у каждого свой стиль езды. Кто-то на пальчиках всегда ездит, кто-то, наоборот, на кистях немножко откинувшись, а кто-то вообще без петель принимает уже старт. Тут все наездники по-разному. А как твое мнение по Блейджу Лок, все-таки по его классу, как ты считаешь? Непонятен. На следующий год. Честно, непонятен. Он иногда, вот он до этого квалификации две выдавал тоже, на финише 30 заканчивал, а перед этим квалификацию на финиш вышел и сбился. То есть, да, вот то есть такой, он такой же, честно, скачет, как его отец, который Донвар, он классный, сумасшедшего класса, ну, лошадь. Отец просто был 2-6-2 лет. Да, он выиграл вступительный приз, и потом трех лет он бился до последнего. Две, одну, по-моему, трех, да, лет он бился. Но все равно, как бы, Блейдж вот с этой стабильностью пока не отличается. Хорошо, коллеги, подводим итоги этого заезда. Заезд получился любопытным. Все-таки мы, я думаю, что в следующем году еще о Блейдж Лок будем говорить, если он останется на Раменском подроме. Блейдж Лок 2.4.7, он приехал резвее на 0,2 резвее, чем Любезный Лок. Да, у Любезного Лока была другая езда, первый полкруг были тише, но тем не менее Блейдж Лок, вот эта трехлеточка, приехал резвее, чем лошади старшего возраста. Ну и в заключение нашей программы посмотрим мы еще один заезд для орловских лошадей 4 лет и старшего возраста. Также изначально было записано 4 головы в этом заезде, но Курск был снят Вадим Кулагенко по понятным причинам. Под накричье Александра Несяева, победитель традиционных призов не только в Москве. В Ульяновске он выиграл дорогой именной приз губернатора Ульяновской области. И здесь же в Раменске выигрывал мемориал Соколова. И первый номер Интерлока Александра Саидова и зов предков Славы Гребеньковой. Но и тем не менее, заезд непростой был в какой-то степени для Пантакрин Чен, Иван Витальевич. Непростой на ходу же, все-таки
жеребец старшего возраста? Ну, в трех лошадях, или подустал, наверное, уже с возрастом? Ну, может быть. Но в трех лошадях сложный заезд тяжело, кажется, сформировать. Поэтому я думаю, что для таких мастеров там тайны не было, как разложить езду. Ну, наверное, все по порядку лошади, скорее всего. Поэтому... Ну, у него зад-то откровенно галопом идет практически у Сантакрина в этот раз. Но он всегда такой был тяжелый и сложный на ходу, Константин. Да, и тем не менее, вот казалось, что Александру здесь как бы западло проигрывать. Я думаю, даже с таким ходом выиграет. Но, видимо, совсем Сантакрина. Нет, ну, конечно, мы бы начали. С таким ходом он выиграл. Да, да. Ну, в этот раз, видимо, совсем не годилась ему эта дорожка или его состояние, я не знаю. Сантакрин, то ли дорожка не годится, то ли он не в форме, я вот не понимаю. А как Зов предков выглядел, Антон, в этот день? Зов предков выглядел хорошо. Мы все знаем, что он тоже такой парень. Либо очень хорошо едет, либо галопом скачет. Но все-таки призер традиционных призов в этом году в Раменском. И он четырехлетка. Четырехлетка это раз. Ну, во-первых, он все-таки, по-моему, если я ничего не путаю, он резвей, по-моему, Пантакрин это порезал. 2-3-9, а Пантакрин 2-3 был в полуфинале приза Пиона. Ну, значит, я немножко ошибся. Вот. Ну, то, что Зов предков, он сложный конь. Опять же, он после пропустил там какую-то часть сезона. Мы видели его рысью под седлом не совсем удачно. А здесь, ну, я думаю, сложил езду под себя, поэтому и выиграл. Но все-таки, Константин, смотрите, как Светлана Гребенькова проехала ровно. То есть она ровно. Вот именно что ровно, поехала. Не но стала тихо. Ждать, не ровно, стала, но тихо. Да, если вы сравните с предыдущим заездом, где Блэйдшлок улучшает свой личный рекорд вот по такой дорожке, да, там 2-4 едет, вот, то в этом заезде с рекордами 2-3 лошади едут 2-12. Но если бы Пантакрин был в порядке, дал бы он 2-12 выиграть, скажите? Скорее всего, нет. Ну, то есть, я думаю, Свете повезло, конечно, что дали бы такие тихие секунды выжидать. Стоит отметить, что для Светланы Гребенькова это первая победа в карьере, поэтому предлагаю послушать ее мнение по этому заезду. Действительно, моя первая победа за все время моей работы с расистыми лошадьми. Было очень волнительно, потому что у меня не было задачи выиграть, у меня была задача не скакать. Я смотрю, что я, получается, вожу по нему, вожу комфортно. Проходим всю дистанцию, в принципе, в одни секунды, там плюс-минус. Выходим из последнего поворота на финишную прямую, и я понимаю, что я одна. И это время шевелить коня. Ну, в общем, конь не подвел. Качалки, в принципе, работаю довольно давно, уже вот в этом году 10 лет. С Зовом я работаю, лошадь у меня в уборке, то есть его к стартам подвожу я. Он такой, ну, норовистый, но довольно такой отдатливый, что в работе, что, ну, как в призу. Зов предков не подвел Светлану Гребенькову, но все-таки лошадь довольно-таки приличная. Хороший, крепкий середнячок. Давайте посмотрим на его цифры. Константин, цифры наши все. Все-таки у него и рекорд довольно-таки приличный у Зова предков. И бегал он по сильнейшим компаниям в Раменском с сильнейшими лошадьми. 2-3-9 в 4 года. Но все-таки это хорошая секунда, Константин. Да, для орловца, безусловно, это нормальная секунда. И 3,9,7. Отнесем к середнякам, да? К середнякам, потому что и побед у него не так много, видите, 38 стартов. 4. Но зато стабилен, да, довольно часто попадает в призы. Иван Витальевич, вам вопрос как наездник. 38 стартов у Зова предков. Все-таки это ведь большой плюс, когда лошадь способна часто выступать. Ну, абсолютно. Для... Больше 10 стартов получается. Для ипподрома, для тотализатора, который, ну, скажем так, мы надеемся все, что-таки. Долговечность лошади – это залог того, что мы можем не по 3 головы собирать заезды, ну, как говорится, с условностями, а все-таки хорошие поля собирать. И чем больше лошадей, скажем, мы сохраним, особенно вот там после 4 лет мы и вовсе как бы там по 40 голов там двухминутных лошадей, а на следующий год мы не видим, как говорится, и 5 лошадей из этих, куда они деваются. Кто же будет, так сказать, привлекать зрителя, там, если мы лучшие лошади уходят? Конечно, долговечность – это, скажем, ну, одно из, скажем, составляющих российских бегов. Да, то есть на этом, на таких лошадях и держишься, в принципе, да, в целом, да, подром, так, когда, так, который да, должен функционировать да, целый абсолютно. Год. Абсолютно. И тогда, когда лошади хорошего класса и доживают, так сказать, и уже там, в 5, 6, 7-летнем возрасте, на них всегда
скажем, интереснее смотреть в борьбе. Это безусловно, чем старшая лошадь. То есть, ну, двухлетки, да, понятно, свои интересы, но борьба всегда, скажем, у лошадей, чем старше, тем лучше. Значит, и привлекательность заезда всегда бы была. Безусловно, это похвально при таком количестве выступлений. Друзья, давайте подведем итоги этого заезда. Заезд получился, ну, тоже довольно-таки интересным, с учетом того, что Светлана Гребенькова одержала первую победу в своей карьере. Подтокричен неправильным ходом, бежал по дистанции, он дисквалифицирован. Третий приз не разыгран. И, тем не менее, 32,3, 32,9. Последний четверть, да, видно, что зов предков самый-самый столб немного завял, но его соперники были далеко, и тот же Интерлок финишем наехал, но его обыграть не успел. Коллеги, я вам говорю огромное спасибо за компанию. Иван Витальевич, вам персонально благодарен за то, что посетили нашу студию, ответили на непростые вопросы. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Смотрите нас ровно через неделю. Всем пока!